вторая девочка. Ну а мы переходим к конкурсу следующему. Неоднородные стихи. Этот конкурс называется «Визитки». Решение все равно. Сегодня девушки представят себя во всей своей красе. Они расскажут о себе, о том, чем они любят заниматься, чем увлекаются. А вы уж, пожалуйста, не скупитесь на овации и поддерживайте их. Давайте сейчас прямо с вами выясним, как вы думаете, кто сегодня победит и получит корону синего краба? Отлично! Нет, записать, да? Алина! 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 Ну что ж, встречайте! Ну что ж, встречайте Викторию, и она вам покажет свою визитку. Меня зовут Виктория. Я Викуся, лучше всех. Ждет меня большой успех. Я красива и стройна, обаятельна, умна, по характеру скромна, энергична, весела. Все, что хочешь, я смогу, я вам это докажу. Ждет меня большой успех. Я ведь лучше всех. Жюри, приветствую я вас, ведь вы сегодня глаз да глаз. Ну что ж, не стоит отвлекаться, пора уж празднику начаться. Осталось только пожелать, чтоб все жили на пять учились, на пять улыбались, ну и веселыми оставались. Вот так вот, всем пожелали пятерок. Ну что, как вам, понравилось? Если понравилось, то можете очень громко аплодировать. Ну а мы переходим к конкурсантке под номером 2, Ирина. Всем привет в зале, я рада, что вы здесь собрались ради этого конкурса. Меня зовут Ирина, я обожаю спорт, играю в волейбол, баскетбол, занимаюсь парикмахерской, умею делать укладки, я хочу продемонстрировать одну прическу. И Настя. Кто-то косы плетет, кто-то стихи читает. Это очень прекрасно. Давайте еще раз поаплодируем Ирине. Ну а мы встречаем конкурсантку под номером 3, Валерия. Заниматься спортом. Больше всего хочу стать зоотехником, потому что занимаюсь конным спортом. И хочу приобрести себе конюшню. Спасибо. Аплодисменты и Валерии. Ну что ж, давайте громче учиться аплодировать и поддерживать наших девочек. Есть болельщики-то у нас за Валерию? Отлично. Ну что ж, конкурсантка под номером 4. Зовут ее Алина. Встречайте. Дамы и господа, сейчас на сцену выйдет талантливая, подающая большие надежды гимнастка. Отличница, да и просто замечательная девушка. Ильинова Алина. Встречаем. Здравствуйте, Алина. Скажите, что вы ожидаете от сегодняшнего конкурса? Я ожидаю положительных эмоций и запах. Я хочу показать себя и свои таланты. Каков вам теплоход Николай Васильевич Гоголь и лагерь «Синий краб»? Здесь очень замечательные экскурсии. Я
нашла очень много хороших друзей. Да, мне очень нравится этот лагерь. Алина, опишите себя в трех словах. Я активная, артистичная и добрая. Ребята, а какой вы видите Алину? Красивый. Умный. Зажигательный. Добрый. Веселый. Милый. А, самый лучший. Аплодисменты у конкурсантка под номером 4, Алина. Громче, 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 громче. Ну что ж, пришло время конкурсантки под номером 5 показать на все, что она способна. Встречайте, Ксения. Привет всем, меня зовут Ксения. Я люблю спорт. Занимаюсь спортом, баскетбол, волейбол, играю в футбол. Люблю петь, танцевать, рисовать. В лагерь «Синий краб» приехала, чтобы найти новых друзей и узнать, что много нового. Спасибо. Бурные, бурные, бурные аплодисменты. Была Ну что ж, и в финале нашего конкурса визиток встречайте Соня, отряд «Гоголята». Самые лучшие ребята? Да, так это же я. А ты докажи. Я Соня. Меня зовут Соня. А значит... Но! Нет. С. Только С. Вот. Не угрюжий бегемот.